Докладніше про ситуацію в Ізраїлі, про те, як надовго може затягнутися цей конфлікт і які можуть бути сценарії його розв'язання, ми поговоримо із Михайлом Пелівертом, політичним ізраїльським оглядачем. Пане Михайле, я вас вітаю в ефірі телемарафону. Здравствуйте. Цієї ночі в зверненні до нації ізраїльський прем'єр оголосив, що от ці нинішні удари по сектору Газу – це лише початок. Якщо це лише початок, на вашу думку, то що далі, чого чекати? Ну, мы все понимаем, что, к сожалению, уничтожить всю инфраструктуру организации «Хамас» невозможно боевыми ударами с воздуха. Мы уже, Израиль сбросил на сектор Газа бомб больше, чем было сброшено, по-моему, в Афганистане за целый год американцами, больше, чем было сброшено за все военные операции, которые Израиль проводил в секторе Газа за последние 20 лет. Но этого недостаточно. Мы все понимаем, к большому сожалению, что необходима наземная операция. Наземная операция – это очень сложное мероприятие в столь густо заселенном секторе, где проживает около 2 до 2,5 миллионов человек, мы даже не знаем сколько точно. И тем более, что в отличие от нас, от израильтян, которые используют свои ракеты, чтобы защитить своих граждан, Хамас использует своих граждан, чтобы защитить свои ракеты. И поэтому понятно, что вот эта наземная операция будет сопряжена с очень, к сожалению, большим количеством жертв и с нашей стороны, и со стороны мирного населения в секторе Газа. Но кроме этого, Бенямин Нетаньяху, мне кажется, имел в виду и то, что мы не знаем еще, насколько фронтов нам придется воевать. Будет ли Хизбалла участвовать, будут ли беспорядки в Иудее и Самарии, то есть на западном берегу реки Иордан, и будут ли, например, обстрелы из Сирии. И очень много еще чего непонятно. Ну, до речі, з приводу наземної операції, то, наприклад, Володимир Путін нещодавно, так би мовити, попередив Ізраїль про те, що в разі цієї наземної операції можуть бути серйозні наслідки. Як ви думаєте, чи є загрози втягування в цей конфлікт таких великих держав, як Росія, розростання його? Вы знаете, вообще все недавние заявления России меня очень-очень злят, огорчают. Я даже не слышал ясных слов поддержки израильской военной операции. Я не слышал даже слов сочувствия тем мирным гражданам, которые погибли, которые были убиты зверски Хамас. Вообще, хотя я не являюсь сторонником конспирологических теорий, я сейчас должен признать, что происходящее на Ближнем Востоке, мне кажется, связано с происходящим в Украине. У меня нет сейчас оперативных фактических данных, я не могу провести прямые связи, но то, что сегодня происходящее, вот та война, которая грозит на Ближнем Востоке превратиться в региональную войну, это, вне сомнения, сейчас устраивает Россию, это отвлекает ресурсы Запада и общественное мнение Запада от происходящего в Украине. И, к сожалению, да, международные различные игроки, включая Россию, будут пользоваться этой ситуацией для преследования своих политических целей. Ну, мы зараз тут в Украине, по сути, бачимо формування, так би мовити, осі зла. Росія, Іран, Північна Корея. Як думаєте, чи насправді стоїмо ми на порозі Третьої світової війни? І на чиєму боці, наприклад, Китай може бути в такому конфлікті? Ой, ви знаєте, у мене нет ответа на этот вопрос, хотя здесь я могу признаться, что у меня есть какое-то ощущение масштабности происходящих событий, какие-то, понимаете, даже библейские смыслы. Я не религиозный человек, но я уверен, что мы стоим на пороге каких-то событий, которые в корне изменят то, как мы смотрим на реальность. Сейчас я не слышал, к сожалению, и от Китая четких слов поддержки относительно Израиля. И, к сожалению, в Китае вчера был ранен израильский дипломат. И даже в ответ на это варварство Китай выдержал очень такой холодный дипломатичный тон, который негоже выдерживать друзьям. И в отличие от этого, я хочу подчеркнуть те
добрые, искренние человеческие слова, которые сказал ваш президент Зеленский относительно Израиля. Но вот сейчас, понимаете, мир выстраивается согласно, вот, как вы сказали, по-моему, оси, да, вот. Вот есть ось Иран, есть ось Хамас, Сирия. Все то время, пока, понимаете, мы не осознаем, что надо бороться не, понимаете, надо бороться не с сыростью, не с плесенью, а с сыростью. Вот Хамас, все, что происходило последние 20 лет, мы думали, что можно вот эту фанатичную религиозную идеологию, которая призывает к мировому джихаду, что ее можно одомашнить, ее, с ними можно договориться о чем-то. Мы сейчас прощаемся с этими иллюзиями. Я буду осторожен в своих высказываниях, потому что, во-первых, у меня нет полной оперативной картинки происходящего. Я знаю, что на северной границе сейчас очень неспокойно, и есть много международных игроков, которые нам очень сейчас хотят навредить, а не помочь. Поэтому я, скажем так, воздержусь от каких-то вещей, которые я бы, быть может, очень хотел сказать, но сейчас не буду говорить. За останніми даними наших дипломатів українських, 11 українців вже загинули в Ізраїлі, 9 зникли безвісти, і українці також можуть бути серед заручників. На вашу думку, взагалі, якою може бути доля заручників, яких захопили Хамас? Які шанси, що їх вдасться витягти живими? Очень тяжелый, еще один очень тяжелый вопрос. Я знаю, что сейчас основная цель израильских служб безопасности – это попытаться освободить максимальное количество заложников. И именно с этим связано то, что мы еще не начали военную операцию. Нас и Соединенные Штаты Америки попросили сделать все возможное, чтобы спасти и их граждан. Там не только украинцы, но и есть свыше 15, мне кажется, американцев. Кроме сотен иностранных граждан, которые в принципе просто находятся, работают на территории сектора Газа. Израильский опыт с заложниками, к сожалению, очень, ну, трагичен. Мы в последний раз в 2011 году освободили свыше тысячи террористов Хамаса в обмен на нашего солдата Гилада Шалита. И несмотря на то, что мы рады тому, что Гилад Шалит вернулся живой домой, из этих тысячи освобожденных террористов большинство вернулись к террористической деятельности. И позже от их рук погибли израильские граждане. Поэтому сейчас я, несмотря на то, что я в Израиле считаюсь критиком политики Бениамина Нетаньяху и его лично, я при этом сейчас не завидую тем очень сложным решениям, перед которыми стоит наш премьер-министр. Ведь это, понимаете, вот я вчера видел отца, который с одиночным пикетом стоит у здания Министерства обороны. Его троих детей и жену держит Хамас в плену. Что можно сказать такому человеку, который одинок в своем горе, ну, кроме того, чтобы подойти и обнять? Это тяжелая гуманитарная проблема, но при этом я могу сказать, что Израиль, быть может, будет готов освободить часть палестинских женщин-заключенных, которые содержатся в израильских тюрьмах, в обмен на детей и женщин как минимум. Такая идея обсуждалась, она продолжает обсуждаться. Но сейчас, понимаете, ожесточенность нас и продолжение войны со стороны Хамас, который не прекращает обстреливать юг, к сожалению, заставляют меня, и напряженность на северной границе заставляют меня предположить, что ситуация будет развиваться по обстоятельствам. То есть сейчас никто не может предположить, как именно эта ситуация будет развиваться. Мы зависим от Его Величества случая. Пане Михайло, я вам дуже дякую, що приділили нам кілька хвилин свого часу. Тримайтеся там. Я нагадаю, це був Михайло Поліверт, політичний оглядач з Ізраїлю.